Главный финансовый документ республики сегодня рассмотрели в Государственном совете Чувашии и приняли в первом чтении. Социально-экономическое развитие республики в 2014 году характеризовалось ростом объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, ввода жилья, розничного товарооборота, реальной заработной платы и денежных доходов населения. Об этом говорил на сессии спикер парламента Юрий Попов. Также сегодня речь шла о бюджете на будущий год. Доходы республиканского бюджета на 2015 год, согласно проекту закона, прогнозируются в объеме более 33 миллиардов рублей. Это на 2,6% больше утвержденных в законе о бюджете нынешнего года. Собственные доходы увеличиваются более чем на 6%. Что касается расходов, то основную долю в общем объеме составляют расходы на социально-культурную сферу. Так, на образование в 2015 году уйдет 30% бюджетных средств. На социальную политику чуть более 20%, на здравоохранение около 19%. На культуру и кинематографию менее 2%, физическую культуру и спорт 1%. Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2015 год предполагается утвердить в размере около 3,5 миллиардов рублей или 15% к объему доходов Чувашии без учета безвозмездных поступлений.